Один из хороших способов поздравить с 8 марта – подарить стихотворение и букет. Накануне праздника мы предложили мужчинам телекомпании «Телемикс» потренироваться. Помощь, розы и четверостишие. В мартовский день весенний, пусть сбудутся все мечты. Прими от меня поздравления, счастья, любви, красоты. Вы ослепительно прекрасны, я в этом деле знаю толк. Ах, ваша кожа так атласна, ах, ваши волосы как шелк. С 8 марта. В мартовский день весенний пусть сбудутся все мечты. Прими от меня поздравления, счастья, любви, красоты. С 8 марта. Этот день наполнен светом, ароматом белых роз и весенним теплым ветром с нежным запахом мимоз. Своих чувств мы не скрываем, вы прекрасны, как всегда. С 8 марта поздравляем, счастья вам, любви, добра. Ах, эти женские глаза, они туман, глубокий омут. Они поднимут в небеса, и все печали в них утонут. С праздником, милые наши девушки! С праздником, дорогие наши товарищи-женщины!